В молодежном центре «Горизонт» торжественное собрание. Свой 90-летний юбилей отмечает уссурийское отделение Всероссийского общества слепых. С круглой датой общественников поздравляли первые лица города. Ваша общественная организация, наша общественная организация, служит благородным целям. А именно, она не дает людям, которые потеряли зрение или повредили зрение, почувствовать себя одиноким. С первых дней своего основания Уссурийское общество слепых активно работало, чтобы создать комфортные условия жизни и труда незрячим людям. Тем же общественники занимаются и сейчас. Ограниченные физические возможности здоровья для таких горожан не стали препятствием ни в делах, ни в отдыхе. Мы живем такой же жизнью, как и все. Учимся, работаем, дружно отмечаем все мероприятия. У нас очень много замечательных людей, есть и спортсмены, у нас есть своя команда КВН. Члены Уссурийского общества слепых вносят свой вклад в создание комфортной среды в городе для людей с ограниченными возможностями здоровья, предлагают свои идеи в инициативные проекты по благоустройству. Благодаря совместной работе вашей организации, с администрацией, сегодня у нас в городе обустраиваются дворы, общественные пространства, в которых строятся и предусмотрены картины, плитки, транспорте. Также сегодня в условиях конкурса проводятся требования, чтобы в автобусах также были бирки написаны, чтобы вы могли их читать. Неравнодушные горожане также, в свою очередь, стараются проявить заботу о незрячих земляках, помочь им при необходимости. Мы помогли шахматисту принимать участие в краевых соревнованиях, потом проводили новогодние мероприятия для детей незрячих. И самый главный момент – это семья Пуховых помогли участвовать в краевой программе, по которой они получили жилье, квартиру в поселке Радужном. Торжественное собрание дополнили музыкальными номерами. Песни для участников исполнили артисты молодежного центра «Горизонт». Звучали известные современные композиции и советские шлягеры. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.